Наш клуб «Наследник» был основан лично мной, существует он очень давно. Мы это сделали для наших тренеров с уважением к ним, поэтому выбрали такое название «Наследник». В нашей команде достаточно много спортсменов, выступающих людей, то есть человек 30 точно есть, из них уже есть действующие чемпионы, начинающие спортсмены, новички, будем так называть, разных возрастов. Мы идем в свое направление не только в борьбе, там, не только в боксе, мы ведем направление и в карате, и в плавании, и в футбол, мы во все стараемся играть, бегать. Бороться, стараемся развивать наш спорт полностью. Мы как одна семья, одно целое. Кому-то одному больно, то больно нам всем. Мы стараемся поддержать друг друга. Даже с поражениями бывает и такое, без этого никак. С победами мы радуемся все. Расстраиваемся все. На данный момент это «Наследник» открыл два зала. Один находится на Бакулина 13А, спорткомплекс «Вирта». Второй зал находится в центре, Шевченко 24А. Дали новый виток, даже, скажем, толчок молодым спортсменам, которые могут заниматься как физическими нагрузками в тренажерном зале, также в мягком зале побороться. Есть груши, где можно поспринговать, где можно наработать ударную технику. В дальнейшем по плану сделать клетку, в которой будут проводиться соревнования, будут проводиться тренировки, будут множество турниров для молодых спортсменов, чтобы побороть свой страх, чтобы проявить свой характер и поучаствовать в интересных турнирах в клетке. СК «Наследник» приглашает абсолютно всех ребят, абсолютно неважно какой возрастной категории, приходить на тренировки, позаниматься в уютной, дружественном коллективе, принять участие в турнирах и стать частью нашей семьи.